Такой пасмурный, дождливый денек. Мы идем с Колей в паспортный стол. Мне нужно сделать социальную карту. Такая елочка. Вот, Коле тоже нужно сделать соцкарту, но Коле нужно сделать еще перевод, так что... Перевод паспорта. Да. А у меня-то уже армянский паспорт. Надеюсь, без проблем решим этот вопрос. Вот такой вот у нас денечек в Обувяне красивый. Весь день льет. Вот такой вот гигантский стульчик. Или что это, табуретка? Стол. Кальянный магазин. О, пуркуля. Не хочешь освежиться? А там что, парк или что? Прикольно, да? Дальше мы прямо идем, Коль? Посмотрите, какой огромный на фоне Коли. Наверное, это городской трон. Это трон. Как туда забраться? Только королям посыл. Ты хочешь кальян? Наш кальян остался в России. Но мы его и не курим уже никогда. Сколько? Года два уже вообще никак. Не хочется. Прошел этот период. Примерно как жить вместе начали, так сразу перестали. Мы как начали, да, вместе жить, так сразу перестали. Так вот, здесь асфальт постелили классный, ровненький. Как раз мы когда были, когда 3 месяца назад, шли работы. Сейчас уже прям мечта для водителя. Блин, такая погода магическая, как в сумерках. Такой вот наш красивый Обувян. Погода сегодня прям меланхоличная, скажи. Только знаешь, в такую погоду сидеть дома, есть теплый суп или пить какао со сладостями. Глинтвейн? Может, вино сегодня купим? Можно. Сегодня уже можно. Вчера я была у стоматолога. Коля мне запретил покупать домой вино. Вот. Мне так нравится эта аллея. Прекрасно. Очень-очень романтично. Ты чувствуешь, как романтично? Смотрите, прикольное дерево. Да. Со мной романтично? Дальше будет еще лучше. Там, по-моему, есть еще какой-то фуд. Вот здесь мы печатали бумажки, необходимые для документов. Да, что это у нас? Со львом, да? Здание. Здание со львом. Дождливая прогулочка. Может, ресторан какой-то? Как будто осень. Осень, осень. Та-ти-та-ти-та-та-та-та. Где он, май? Вечный май. Сегодня очень сильно туманно. Я потом прикреплю из окна снятое видео. Что вообще ничего не видно. Тумана. Вот храм.
красота. Обожаю такие огоньки. Я снимаю твой танец. О, это признание. Это безумно романтично. О, мы идем в наш сквер. Сквер нашей любви. Я так это называю. Памятник русско-армянской дружбе, да? Да. Да. Это аллея нашей любви, нашей семьи. Мы буквально за 5 минут управились. Я обожаю этот паспортный стол за то, что там все очень быстро. Меня не мучают. Мне выдают сразу все, что мне нужно. Я сделала соцкарту. Сейчас на днях Коле сделаю. Людей нет, потому что моросит мелкий дождик. Коля без шапки. Я в капюшоне. Я не знаю, даже показать вам себя или нет сегодня. Ну ладно. Надо показать. Сейчас нагуляем аппетит, потом будем отдыхать. Мы здесь были 3 месяца назад, да? 4. Скоро фонтаны уже включат, наверное. Обувьян очень преобразился. Это очень радует. Строительства разные идут. Спокойный, мирный, добрый город. Что, освежимся, друзья мои? Они отключены. Пульпуляки не работают. Пульпуляки не работают почему-то. Может, из-за дождя? Что с нашим интернетом? У нас Vivacell МТС. У нас сегодня почему-то он не работает. Но дома есть Wi-Fi, ничего страшного. Николас. Oui. Может, поговорим с нашими подписчиками? Давай. Давай. Друзья, всем привет. Привет из прекрасного сквера, аллеи нашей дружбы, русско-армянской дружбы. Я получила свою соцкарту в паспортном столе. Теперь мы гуляем под дождем. Вот я в капюшончике, Коля не в капюшончике. Коля не сахарный. Коля не сахарный. Но все равно надо домой, чтобы не замерзнуть. Вот. Сегодня такой дождливый день, но мы решили с вами пообщаться. Как ваше настроение? Пишите комментарии. Делитесь с нами своим настроением, своими эмоциями. Если вдруг не видели наш предыдущий выпуск про метро, обязательно посмотрите здесь. И здесь, да. Вот. Проявляйте активность, не стесняйтесь, потому что у меня сейчас, ну, я там делала некоторые операции в Ютубе, вот, с перевязкой и так далее. И из-за этого я думаю, что в такой некоторый бан, возможно, попало. Так что будьте активны, чтобы наши замечательные видео видели максимально много людей. Мы собираемся много снимать. Нам это нравится. Собакин. Здорово. Привет. Барыв, барыв.
давайте пройдем. Я впервые буду посещать храм. Коля тоже. Ну, конкретно этот. Да, конечно. А вы пройдемте вместе с нами. Какая красота. Все-таки туф смотрится великолепно. Такой величественный камень. Дождик все не заканчивается. Вау! Какой красивый вид открывается на город. Какая красота. Друзья, в общем, мы только что посетили армянскую апостольскую церковь. В Абовьяне. В Абовьяне, да. Я впервые, Коля тоже впервые. Очень красиво изнутри и снаружи, просто вообще суперское место. Супер красивое сооружение, величественное, ценное. Я немножко сняла изнутри, чтобы вам показать, для тех, кто посещал и соскучился по этому прекрасному месту, для тех, кто не был и кому может быть интересно. В храме есть огромный красивый орган. Я так понимаю, что здесь проходят службы. Наверняка есть хор, есть пианист. Было бы интересно... Органист. Ну да, органист. Было бы очень интересно прийти послушать. Я, кстати, тоже пела в армянском храме какой-то период в Москве, в большом храме, который на проспекте Мира. Так что знакомы с эстетикой. Спасибо вот. Всем за внимание. Да, мы сейчас пойдем потихонечку домой. Укрываться от дождя. Укрываться от дождя, вкусно кушать с таким прекрасным очищением души. Вот. Будем чаще посещать прекрасное место. Спасибо вам за внимание. Мы вас любим. И до скорых встреч. Пока-пока. Как эти деревья называются? Думаешь, береза это? Что это? Не знаю. Есть еще деревья с белыми этими столбами. Ну, по форме, конечно, больше на тополь похоже. Форма кроны и все. Вот я в детстве любила всегда березу рисовать. Это было легче всего. Пару черных пятен. Да-да-да. Вот такая чайка стоит, как экспонат. Каких ездила правительство? Партийная номенклатура. Партийная номенклатура. А, ну вообще выше ездили уже на зимах. Ну, блин, выглядит круто. Очень.